Увольнять госслужащих за участие в азартных играх и ставках будут в Казахстане. Сегодня депутаты Мажилиса парламента одобрили во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. Кому еще будет нельзя ставить на спорт и играть в казино, расскажет Арман Сарсенбаев. Поправки закона об игорном бизнесе запретят казахстанцам, вошедшим в единый реестр должников, делать ставки на спорт и проводить время в казино. По мнению разработчиков документа, граждане из списка, а их в республике насчитывается примерно 3,5 миллиона, являются потенциальными клиентами казино и букмекерских организаций. Кроме того, срок самозапрета на участие в азартных играх теперь увеличивается с года до 10 лет. А по словам мажилисмена Ильнура Бисенбаева, лудоманов, занимающих определенные должности, ждет суровое наказание. Не смогут ставить ставки также госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных госорганов, руководители бюджетных организаций. Это порядка 280 тысяч человек. Никакого предупреждения для них не будет. Сделал ставку, сразу будет уволен. Петицию с требованием запретить чиновникам играть в азартные игры и участвовать в пари запустили активисты в конце мая. За несколько дней коллективное обращение набрало свыше 30 тысяч подписей, что и привлекло внимание властей. По мнению исполняющего директора общественного движения, служба народу и походы в казино – это несовместимые понятия. Госслужащие, чиновники проигрывают не свои деньги, к сожалению. Но так ведь они проигрывают деньги бюджета, деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги. Одна только проверка в Алматинской области в казино показала, что группа чиновников потратила почти 500 000 000 на ставках. И они, будучи госслужащим, туда приходили. Помимо ограничений на участие, законопроект подразумевает и запрет операторам связи устраивать рассылки сообщений с рекламой азартных игр. А блогеров за продвижение букмекерских контор в социальных сетях будут наказывать штрафами, начинающимися от 200 000 тенге. Арман Сарсенбаев, Дидар Жомартулы, Информбюро Астана.